Собака-пастух идет, пасет стадо овец. Что конечно, это? Рыбалка у нас хорошая, это октябрь, ноябрь месяц, когда на Каспий идет сазан каспийский. Ну что, Рома, профукал свое счастье? Бычок каспийский, маленький. Больно весело. Да, поднимай себя хорошенько. Как-то все очень быстро, я ничего не успел посмотреть. Первый полноценный день на отдыхе. Встали, умылись и пошли купаться. Сегодня уже такой волны нет, как вчера. Спокойно все, четко. Раз, два, три. Начинаем. Начинаем. Блин, больно весело. Тоже пойду играть. Махачкала, Каспийск от нас 10 километров или 12. Что людям не живется спокойно, да? И замесы опять. Да, мне замесы можно стать. Ладно, посмотрим сейчас новости. Отбой. Ложная тревога. Говорят, это просто свадьба. Да. А что это вы делаете? Мам, а почему так все вкусно? Вот так вот. В общем, отдыхаем. Все, свет выключаю. До завтра. Мы поехали на рыбалку. Я все-таки нашел вариант. Абдул согласился меня провести и показать, научить, как ловят местные рыбаки. По сути дела, донка, да? Как донка, будто... обычная донка, так. Да, обычная донка. У кого 3 крючка, у кого 6 крючков, по-разному. Вот, по-разному. Ну, конечно, погода у нас, жара стоит страшная, поэтому рыба вся очень далеко в море. Но, тем не менее, постараемся что-нибудь поймать. Там будет видно. Конечно, рыбалка у нас хорошая, это октябрь, ноябрь месяц, когда на Каспий идет сазан каспийский. Вот, лещ, подлещик, кутум, так называем, я не знаю, кутум, он только Каспий водится, в принципе. Но сейчас его нету, к сожалению, он сейчас глубоко в море. Но, тем не менее, будем стараться что-нибудь поймать. С нами едут на рыбалку два юных рыбака. Даша у нас почти призер соревнований, да? Четвертое место, сила. Так, ладно, посмотрим сейчас. Поснимаю видео, вам покажу Дагестана.
И, надеюсь, будет рыбалка. Настоящая, четкая, с рыбой. Поймаем же? Надеюсь. Собака-пастух. Идет, пасет стадо овец. Прикольно. Мы приехали в магазин, посмотрим червячков, оснасточку. Оснасточку все-таки решил и себе купить. Здравствуйте. По 100 рублей две. О, по 3 крючка. А ну посмотри, какую посоветуешь? Сейчас вам купить пару троечку. На тарашку. Нет, это не тот. Смотри. Не тот, смотри. На какие? Готовые, да, да? Водок с грузиком можно сразу. Это шестерка здесь, да? Грузики можно подобрать, там любой повесить, там же петля есть. А, петля есть, да? Три крючка, шестерка, нижний покрупнее, семерка. Еще парочку троек на запасе. Так, и где-то грамм 50. Вот, нормально вот так? Да, все. Все. Так, вот четыре штучки возьму и грузики к ним. 30, 40, 60, 50. Давай слово. Сейчас же особо. Особо нам не будет нести, я думаю. Нет, сейчас нету такого. Тоже штучки тарелки. Для рыбалки. Для что не хватает? Все. Нет, нет, смотри, что? Подумай. А что? Что хочешь? Все. Я тебе подарок сделаю. Нет, спасибо. Ты мне подарок с рыбалки делаешь, спасибо. Я тебе у меня, так сделаю. У меня все есть. Спасибо. Это 3 по 25, 75 и 4 по 30, 120. 195. Как-то все очень быстро. Я ничего не успел посмотреть. Ну иди посмотри, если хочешь. Да ладно, ладно, поехали. Все, добрались на белые камни. Ну-ка. Тогда рыбаку все мало. Опа. Добрались мы. Посмотрим, попробуем. Сейчас расчехляемся. Я пока вяжусь тут. Есть первая поимочка. Вот мелкая тарашечка. Это тарашка. Мелкая, да. Тарашка, таранька? Таранька, да? Таранька, да. А у меня первый забрал. Поимочка, да? Бычок под каменщик, да, или как он? Просто бычок. Бычок каспийский, маленький. Ну вот что, Даша, поздравляю. Первая поимка. Ну что, Рома, профукал свое счастье? Ну и что? Поймал, но отпустил. Рома профукал. И что? Есть, есть, есть. Аж две штучки, да? Нет, круто. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Снимай, цепляй. Окей. Вытри пакетик. В общем, все отлично. Порыбачили, рыбейки поймали. Теперь поехали домой. Чистой совестью, с чувством выполненного долга. Завтра, если будут силы и желания, я попробую все-таки там на пляже у нас порыбачить. Там вроде есть место каменное, такое похожее. Правда, до него идти, конечно, долго и хлопотно.
Поэтому и говорю. Если решусь на такой отважный, жесткий шаг, то схожу, попробую, еще покажу. Если нет, извините. Че ты? Дежурную покупку снимаешь? Да. Вот так вот. Незаметной тихой тенью. В комментариях будет. Че, картошку чистишь так? Толсто? Толсто. Кожурку надо снимать тоненько. Вот так. Снимай себя помощником.